вот это Сергей Железов. Свежая фотография. Вот. А вот это Сергей Железов. Свежая фотография. Вот это настоящие саженцы. А те, что высылают, непонятно. Погода была неделю назад, 4 дня назад, минус 8. Так. Вот. Это я к чему говорю, пока продолжается продажа саженцев и даже черенков. Почему? Это рекламная фотография. 23-го, ну то есть 3 дня назад, никакое, ничего не просыпалось. Я показал вам это, метил сводку. Ничего не просыпается. Ничего, даже малина не просыпается. Вот, ничего не просыпается. Самое интересное, хотите, скажу. Вот это персики, которых любой из этот саженец, я бы душу отдал и миллион рублей 30 лет назад. Ну, наших вот современных миллион рублей. И даже бы полез бы в долги, взял бы кредиты. Вот. Не говорю, что кого-то бы уже на улице ограбил, но скорее бы ограбил, чем упустил такую возможность. Это он И я взял. это не упустила. Он все это Они все забраковал. поедут в Красноярск. Что, серьезно? Все. Так, ну, чья идея была? Ну, Ну, совместная наша. совместно. То есть он это выбрал и сказал, ни за что не продаст. Интересно, при всех можешь сказать, сколько это стоит? Зачем? Не Ладно, надо. ну Пусть ладно. сокровище достанется мне. Коммерческая тайна. Самое интересное, что сильнейшая обрезка, независимо, что тут где-то корень, где-то кривой, будет прекрасный сад. И еще, по моей аналогии, если вот это все, надо в эту теплицу. На теплицу с форточками. Не вот эту дурацкую теплицу. Не поликарбонатная. Да, не поликарбонат. Делаешь, нет? Да. Вот, через 2 года будешь персиками торговать. Потому что у тебя уже подвое подрастут, так? А у меня за 2 года, пока потолок Девять. уперлись, фотографий полно. Вот это вот так в России надо. И тогда мы вычистим мошенников. А это совершенно не помешает тебе диссертацию защитить. Еще и поможет. А вот это обидно. Я сдал объявление. 100 черенков не меньше. Тогда по 50 рублей это бесплатно. Это лучшие сорта. Здесь медовая, здесь розмарин, здесь чего только нет. Вот он отдельно, король сада, вон там, штук 40. Ну, сразу ухватился мужик, все. Ну, потом, видимо, раздумал, и осталось мне вот это вот, и деревья искалечил, и 5 тысяч не заработал на 100 саженцев. Вот так.